поближе к свету. Здесь у меня лампочка такая дополнительно освещает. Достал, сейчас буду по-флотски делать вермишель. Консерва туристична. Думаю, прочитаю, что ж тут такого написано. Тут вода, мясо курячее, механичного обваливания, шкира курячего, шкура курячая мне знакома. Мы с Чичей уже объелись. Манная крупа, мисать глютен. Ну, я не переживаю по этому поводу, потому что не знаю сильно, что это. Бамбуковая рослина, клетковина, о, бамбук, очень нужен организму. Соль кухонная, сейчас дефицит. Стабилизаторы, вот это точно в магазине купишь. Е-451, 450 и с буковками Ай. Что это значит? Наверное, хорошие. Загущивач, я думаю, замерзшая, так, застывшая. Стабилизатор, модифицированный кукурузяный крахмаль. Подсиливач смаку, ароматизатор соевый, антиоксидант, консервант. О, вот это по-флотски, так по-флотски. На флоте, думаю, такое, если съесть, так можно и до порта не доплыть. Сейчас откроем, глянем, брошу вермишель, потому что сегодня хотел сходить на Артема, шкур купить куриных. Ну, что-то холодно на улице, после церкви уже находился, жрать уже хочется. Сейчас откроем, смешаем и посмотрим. Заодно и посмотрим, как выглядит. Всем, наверное, интересно. Вот это ж такое. В какой-то гуманитарке, я уже не помню в какой. Одна из последних моих банок. Так, сейчас поставлю на паузу, потому что одной рукой невозможно. Вот так это выглядит в таком виде. Ова. Красненько. Сейчас выложим. В общем, оно совсем не слоями. Однотонная такая масса. Я так понимаю, что вообще надо на хлеб ее, видимо, мазать. Ну, или так все в холодном виде есть. Манная крупа чувствуется, да. Не знаю, может, не стоит его просто смешивать с вермишелью. Ну, смешаю, да я смешаю. Думаю, все равно оно должно быть съедобным. Покажу сейчас, как будет выглядеть в смешанном виде. Так что ждем, пока сварится вермишель. И покажу, как это все выглядит в горячем виде. Ну вот так все это выглядит уже с горячей вермишелью. Сейчас попробую. Я, честно говоря, думал, что все это растает и растворится. Но нет, кусочки остались. Оно неплохо, честно говоря. Так что в качестве тушенки тоже можно все это использовать. Поэтому всем приятного аппетита, у кого такая консерва, ну или не такая. И он сейчас нормально пройдет. А то я переживал, сейчас она вообще превратится в какой-то студень. Да и все, так и вермишелька вроде развалистая такая. Ну, в общем, все нормально. Так что вот такая консерва. Ешьте на здоровье. Всем пока.